Компас их без конца зависая, монстров чужих до утра утешая. Сидят наши дети у гаджетов умных, жажду азарта игрой усмиряя. Стрелялки и игралки, пакдухи, пакмены. Правда, а где ложь, где добро, а где зло. Все перепутала эта игра. Компьютер, конечно же, друг человека. В нем польза и вред, все зависит от нас. Но душу нашу он спасти не сумеет. Об этом ты должен, конечно же, знать.